Всем привет, с вами Bad Polygon, и сегодня у нас очень коротенький тутор по созданию довольно-таки красивых и реалистичных облаков, любезно предоставленный каналом Zuluba Productions. Ссылочку на англоязычный урок по этикету я оставлю в описании этого видео. Также в описании будут и ссылочки на мой канал в Telegram и Facebook. Обязательно переходите по ним, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Что ж, перейдем к самому уроку. Вот моя техника для очень быстрого создания крутых реалистичных облаков в Blender. Создайте новый проект, удалите все, переключитесь на Rendering Cycle с GPU, конечно, добавьте Plane, добавьте модификатор Ocean, увеличьте Spatial Size и увеличьте Resolution, переключитесь на Establish Ocean и теперь поиграйте с Sharpness, Scale, Wind Velocity, пока все не будет выглядеть хорошо. Вот мои параметры на случай, если вы захотите их скопировать. Теперь перейдите в режим редактирования, Select Non-Manifold для выбора ребер, выдавите их вверх, нажмите S, Z, 0, чтобы выровнять их все и добавить грань. Теперь переместите грань вниз до тех пор, пока она не окажется чуть выше верхней части облаков. Теперь уменьшите все, чтобы оно было не таким огромным, и добавьте новый материал. Удалите Surface и добавьте Principled Volume. Добавьте Real Light, увеличьте его над облаками и увеличьте Power до значения в 100 000. Перейдите в Edit Mode и Recalculate Normals. Так больше похоже на облака. Поднимите Density для более яркого вида. Вы можете увидеть маленькие артефакты, вызванные самопересечением. Это можно исправить с помощью модификатора Displace с небольшим отрицательным значением. Намного лучше. Добавьте Sunlight, чтобы он действовал как солнце, и увеличьте его Stretch примерно до 4. Вот и облака. Дополнительно можно поиграть с цветами для создания образа заката. Вы можете использовать красный солнечный свет и голубоватый свет. И это все, что нужно сделать. Большое спасибо за просмотр.